Итак, мы видим, что происходит преследование евреев, да, начисленные акты уничтожения евреев. Вот Хмельницкий, значит, по одним данным, я говорил, свыше 100 тысяч, это по официальным, по неофициальным погибло более 500 000 человек, но кто их считал? В общем, короче, треть еврейского населения мира была уничтожена. Хмельницкий? Да. Сколько уничтожил Гитлер? 6 000 000. Третью часть еврейского населения. И Хмельницкий также уничтожил третью часть еврейского населения. И возникло такое движение ожидания Мессии. У евреев есть такое понимание, уже записывается, да? Да, записывается. У евреев есть такое понимание — родовые муки Мессии. То есть Мессия приходит, да, в то время, когда положение евреев такое, что дальше уже некуда, да? И многие решили, что поскольку положение евреев такое, что дальше уже некуда, да, то Мессия должен обязательно прийти. Вот. И появляется много людей, которые начинают собираться и ждать Мессию. В Измире, в Салониках, Ливорно, Амстердаме, во многих крупных городах с большим еврейским населением готовились к приходу Машиаха. Массы евреев продавали дома, лавки, ожидали приезда в Святую Землю, когда, наконец, придет Машиах и приведет их туда. Да? Вот такое преобладало настроение. При этом появлялись все время разные люди, которые объявляли себя мессиями, да, и говорят, что если сумасшедшие не евреи объявляют себя Наполеоном, да, то всякий сумасшедший еврей объявляет себя Машиахом. В 1502 году в Венеции объявил себя Машиахом некий Ашер Лемлейн. Но про него мало что известно, последователей у него не было, но видите, в Венеции уже бурная какая-то деятельность. И вот через 20 с небольшим лет, в 1524 году, в Венеции прибывает еврей, который говорит, что он из Востока, из Калина Реувена. Якобы где-то в районе Саудовской Аравии сохранилось колено Реувена. Они хотят восстановить Израиль, но им нужна помощь. И вот этот Давид Реубени говорит, что он приехал от великого царство колена Реувена Гада и половина колена Менаше с миссией от своего брата царя Иосифа к римскому папе. Этот еврей строго соблюдал все заповеди, много постился, при этом он, как положено брату царя, носил дорогие одежды. Все это понравилось евреям Венеции, и они помогли Давиду организовать поездку в Рим и устроили ему аудиенцию у римского папы. Затем он был объявлен посланцем великого царя на белом коне в сопровождении самых уважаемых молодых венецианских евреев, въехал в Рим. Римский папа посмотрел на него и подумал, может таки да, может таки нет. Кстати, многие предполагают, что он был из Праги, потому что помните его гербом и флагом, что был? Маген Давид, да? Это был первый еврейский флаг Маген Давида. И некоторые говорят, Маген Давид, был ли это Давида, Соломона там и так далее, или это был Давида Реувени. До сих пор ученые спорят. Папа не знает, что с ним делать, и выгнать вроде жалко, да? Вот, мало ли что, вдруг действительно Мессия, а вдруг у него действительно какая-то власть есть. Не знаю, что с ним делать, отсылает его португальскому королю. Хай тот на месте разберется. Португальцы торговый народ, может, что-то он и придумал. И он едет в Португалию, едет в Лиссабон. Там Давид принят с большим почетом. Король пообещал отправить корабли к земле Израиля в помощь королю с Иосифу с его войне с турками. Ну, Израиль ему совсем не нужен был, но турки ему мешали, правда? Поэтому он решил собрать такую еврейскую армию. Однако инквизиция тоже не дремлет, правда? И они тоже занялись вплотную Давидом Реубени. Последователем и учеником, так сказать, сподвижником был Шломо Малка. Шломо Малка – это был португальский маран, который занимал важную должность при дворе португальского короля, и его даже называли преподобный Перед. Он совершил тшуву, уехал в Турцию,
И когда король узнал, что один из его высокопоставленных царедворцев стал евреем и покинул Португалию, то страшно разгневался. И затем Малка вновь возвращается в Венецию и идет уже к Давиду Реубене. Давид Реубене опять переезжает в Венецию, потому что инквизиция хочет его арестовать и сжечь. И затем он приезжает в Регенсбург, где происходил собор германских царей. Там Шломо Малка арестовали и передали в инквизиции. И он был сожжен в 1530 году в городе Мантуя. Что касается судьбы Давида Реубени, судьба его так и неизвестна. Может быть, его где-то перехватили по дороге, может быть, его сожгли, может быть, просто убили. То есть был человек, нет человека. Нет человека, нет проблемы. Но следующим становится Шабатай Цви. Шабатай Цви. Шабатай Цви. Вы помните, был такой каббалист Ицхак Лурия, да? Ицхак Лурия Ашкенази. И Ицхак Лурия Ашкенази точно предсказал, когда придет Мессия. И именно в этот день рождается тот человек, который Шабатай Цви и называет себя Мессией. Он, человек занимается каббалой, Шабатай Цви, он едет в Израиль, он там учится у каббалистов, и один из его друзей заявляет, ну ты вот не знаешь, но ты таки Мессия. Ну и что сделал с ним? Он поверил, да? Он поверил, что он Мессия, и когда 9 ава он пришел в синагогу и заявил, что в этот день уже не надо поститься. Мессия это я уже пришел, собирайте манатки и езжайте в Израиль, да? Многие евреи так и сделали. Вот. Шабатай Цви показывал свиток, найденный в какой-то пещере, где было написано, вот, сродится у Мордехая Цви в 5386 году, и дадут ему имя Шабатай Цви. И победит он крокодила и возьмет силу извивающегося змея. И он истинный Машиах. Отправляется он в Салоники. Салоника – это крупный порт Югославии, да? Между Югославией и Фессалоникой, вот это, фессалоникийцы, позднее стало Салоники. Между Югославией и Италией. Триест и Салоники. Два крупных города. Они некоторое время принадлежали Италии, некоторое время Югославии. Спорное такое место. И Шабатай женится на молодой девушке из Польши, которая потеряла во время казачьей резни родителей, воспитывалась в католическом монастыре, но сбежала оттуда. Звали ее Сара. Сара сбежала в Амстердам, и там ей сделали пророчество, что она выйдет замуж за Машиаха. А из Амстердама она приезжает к нему и говорит, да, вот тебе пророчество, я буду твоей женой. Ну, говорит, ну хорошо, давай. Пошли дальше, да? Вот. Ну, естественно, когда Шабатай Цви собрал много таких сторонников, он решил поехать в Турцию. И вот в 1665 году он едет в город Измир, собирает там своих сторонников и идет в 1666 году в Стамбул со своей делегацией. Но там не был у него царский прием. Как только он появился в Стамбуле, что его сразу? Зинданило, да? И пусть он там сидит или примет мусульманство, или мы ему отрубим голову. Но он подумал, все-таки жалко, если мне отрубят голову. А вдруг я Машиах, а мне отрубят голову. И решил лучше принять ислам. Естественно, под эту всю подоплеку политическую тоже можно. И страдающий Машиах, и так сказать, что вот он вынужден будет принять ислам, а потом покаяться. Короче, его сторонники сохранились где-то до начала
20 века после образования Израиля неизвестно, что с ними произошло. Вот, они продолжали соблюдать некоторые еврейские традиции, но были мусульманами. И в основном жили на территории нынешней Югославии. Значит, его сослали в маленький город Дальцинго в Альбании, и там он умер в Йом-Кипур 1675 года. Вот такова судьба лже-мессии. В Западе Нехемия Хиюн в своих книгах и проповедях пользовался идеями шабатианцев. Обманом добившись от крупных раввинов рекомендательных писем, он приехал в Италию, Германию, Голландию, и его встречали в почете. Но в Амстердаме рабби Цви Ашкенази отлучил Хиюна. Тогда обманщик нашел поддержку у сефардских евреев, которые ему поверили. Вот, и затем скитался по всей Европе, но ни одна община не принимала его. Он отправился в Северную Африку, где и умер. У него было небольшое количество последователей. Самое интересное, что идеи шабатианцев, идеи шабатианства, оказались на Украине во времена Оранжевой революции. Я как раз тогда готовил этот материал. Первая оранжевая революция, не вторая. Первая оранжевая революция у нас привела к власти кого? Вот. Потом вторая, это уже у нас олигархи во власти, да? Вы поняли. Значит, между прочим, синие и желтые апельсиновые, оранжевые. Это две мафиозные структуры. Традиционно авторитеты, старые авторитеты, уголовные, они именуются синими. А оранжевые – это отморозки, молодые уголовники. Вот такая параллель мышления. И вот во времена оранжевой революции вдруг проскальзывает среди христиан идея, что надо молиться так, чтобы на Украине было геть совсем плохо. Если на Украине будет геть совсем плохо, тогда миллионы людей придут к Богу. Это идея товарища Шабатая Цви. Вы понимаете, удивительно, да? Было такое, слышали? Даже некоторые церкви под это увлекались. То есть вот шабатианство, казалось бы, хотя оно 300 лет назад было уничтожено, да? Оно имеет корни, оказывается, даже сейчас. То есть нам надо быть очень серьезными в таких вещах. Следующий – Яков Франк. Яков Франк, он тоже был последователем Шабатая Цви. Вот, он жил во Львове и по торговым делам ездил в Турцию, и там встречался с шабатианцами. И попавшие под его влияние называли Якова испанским титулом – Санто-Синьор, Святой Господин. Учились у него странным обычаям зачастую, ничего общего не имеющий с иудаизмом. И тогда Франк, еврей из Львова, не знаю, Франко ему родственник или нет, но Франко это вообще всегда не. Друг думает, а вдруг я таких тоже машин. Ну, и начинает говорить, во мне, ребята, дебук. Ну, так по-нашему говоря, бес. Сидит, саботает свиньи. Я думаю, бес в нем действительно поселился, да? Он собирает сторонников больших на Западной Украине. Вот. И что интересно, что даты его рождения и смерти, 9 Ава и Йом-Кипур, соответствуют датам рождения и смерти Мессии, предсказанными каббалистами. И у Шабатая Цви, и у Якова Франка. То есть интересно, как у людей, я же говорю, я не верю в переселение душ, но у многих людей повторяются судьбы. И это потому, что бес какой-то определенный действует, и он действует одинаково. В результате многие общины отвернулись от Якова Франка и его сторонников. Тогда они обратились за помощью к католическому духовенству. Если тот ехал к турецкому султану, да, этот поехал в Вену. Этот поехал в Вену. И он даже
решил вступить в диспут с ортодоксальными евреями. И победители диспута признали франкистов и осудили Талмуд на сожжение. И приговор был приведен в исполнение на улице города Каменца в 1757 году. То есть сожгли Талмуд. Франк продолжал клеветать на еврейский народ и кончилось тем, что ему заявили, либо он крестится, либо он что? Тоже будет казнен и сажен в темницу. Он предпочел креститься. И многие знатные евреи крестились. В том числе и знаменитого Адама Мицкевича мама. Многие франкисты, так их называли франкисты. Но не все священники католические поверили в чистоту намерений Якова Франка. По их требованию Яков был отправлен в крепость Ченстаховс, где находился в почетном заключении. Помните? Матка Боска Ченстаховска. В 1772 году Россия, русская армия, захватила крепость Ченстахов, Франка освободили, и он отправился в Австрию. Но затем был изгнан из Австрии и поселился в городе Афен, возле Франкфурта, где и умер. Деятельность его преследователей продолжалась до 1816 года. Впоследствии, после наполеоновских войн, они рассеялись среди католиков. Были еще другие деятели. Например, в 1720-1726 годах в Амстердаме Нехемия Хие Хиюн, а около 1700 года на Крите Михаэль Кардоза. То есть разные люди в разное время объявляли себя мессиями. Итак, разочаровываются люди в мессиях, да? Разочаровываются люди в иудаизме. Что теперь делать дальше? На улице 18 век. Век цивилизации, а евреи до сих пор продолжают ездиться в гетто. Они отказываются от всякого светского образования. Да? И дальше так жить нельзя. Что евреям делать? Ну, первый путь, да? Они перестают быть евреями. Они уходят, да? Некоторые группы сохраняют себя как евреи, но они говорят, что мы не религиозные, мы евреи, мы немцы. Ну, у нас еврейского происхождения, да? Те заявляют, что они французы еврейского происхождения. Такие вот, как Дрейфус, например, и так далее, да? То есть разные евреи переходят в разное время либо в православие, либо в католицизм, либо вообще им все равно какая религия, и становятся атеистами во времена просвещения. Вторая группа пытается реформировать иудаизм. Раз иудаизм не соответствует действительности, значит, что надо его? Реформировать, то есть изменить. Таким образом, чтобы он соответствовал действительности. И третья группа ударяется в мистику. Да? Мистическое течение иудаизма, как называется? Да, Каббала, а еще хасиды, да? Если мы говорим о как деноминации иудаизма. То есть хасидизм. Хасидизм, от слова хасид, благочестивый, религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в первой половине 18 века, если это определение, значит, надо дописывать, да? Среди еврейского населения Волыни, Подолии, Галиции. Хасидизм, от слова хасид, благочестивый, религиозно-мистическое течение иудаизма, возникшее в первой половине 18 века, да, среди евреев Волыни, Подолии, Галиции, ну, по теперешней Западной Украины, да? Да. Оно началось как оппозиционное движение против официального иудаизма, в частности, против раввината. Да. Началось вначале как оппозиционное движение, как тоже протест, да, против официального иудаизма, в частности, раввината. Но затем хасидин уже, как мы видели, сблизились, да, и стали тоже ортодоксами. Для них характерны мистицизм, религиозная экзальтация и почитание цадиков. Цадики, праведники, провидцы. Вообще, вы знаете, хасиды появились давно, еще во втором веке нашей эры, появилось
община благочестивых, которые называют себя хасиды. Ну, чтобы их не путать с этими хасидами, их называют хасидеи. В средние века в Европе появляется группа хасидеи ашкеназ, то есть благочестивые из Германии. Пик этого движения 12-13 век. Я еще раз говорю, что хотя движение хасидов мы считаем с 18 века, да, но мы всегда знаем, что все имеет что? Свои корни, да? Первые люди, которые называли себя хасидами, это были последователи Иуда Маккаби, да? Вторая группа, это в средние века, 12-13 век, хасидеи ашкеназ. Естественно, они жили где, раз ашкеназы? В Германии, да? И были хасид, раби Шмуэль хасид из Шпеера, и Игуда хасид из Вормса, и Элизар из Вормса. И они написали Сефер Хасидим, книга благочестивых. Книга благочестивых. Эти хасиды, первые говорят, что достичь просвещения можно не тем, что изучаешь все эти еврейские тома, да, а посредством медитации. Медитации, сосредоточения, да, и духовного общения с Богом. Как будет сосредоточение и медитация на иврите? Кавана, да? Мы уже говорили об этом слове. Кавана. Сосредоточение. Это особая медитативная устремленность при совершении молитвы. Если даже человек не знает всех этих еврейских заморочек, но он получает общение с Богом, то он настолько же достигает святости, да, насколько самый такой равен, который всю жизнь посвятил этому. И это движение получило широкое развитие. И среди них появляются хасиды, праведники, да, который особо достигает этого состояния. Согласно Сефер Хасидим, хасид должен обладать тремя основными качествами. Аскетической отрешенностью от всего мирского, второе – совершенной душевной уравновешенности, и третье – крайним альтруизмом, введенным в принцип. Это ранние хасиды. Поздние хасиды от аскетизма отказались. Ранние хасиды, которые жили в 13 веке в Германии, хасидим ашкеназ, они проповедовали три вещи. Аскетическая отрешенность от всего мира, да, совершенная духовная уравновешенность и крайний альтруизм. Крайний альтруизм. Всякие светские беседы, игры с детьми, все воспринималось как искушение. Хасид говорил: «Мне не нужна честь, ибо что станет с честью после смерти человека?» Вот. И вы знаете, в Мишне есть «моё, твоё, твоё, моё», да? Вот. «Моё, твоё, твоё, моё» – таков путь благочестивого. Значит, хасиды характеризовались ранее аскетизмом, духовной уравновешенностью и крайним альтруизмом. Крайним альтруизмом. И они придерживались еще более суровых правил – и норм, чем того требовала традиция. И этот аскетизм очень был похож с буддизмом, с дзен-буддизмом. Вы знаете, вот учение хасидов оказалось очень близким с дзен-буддизмом. То есть дзен-буддисты, они говорят, что, что мир вообще воображаемый, да? Там тоже любят задавать разные вопросы, отвечать ни к селу, ни к городу, различные притчи. Вот во многом их учение похоже с дзен-буддизмом. С дзен-буддизмом. Хасид – это человек, который продолжение всей своей жизни посвящает себе выполнению религиозной заповеди, не нарушая ни при каких обстоятельствах. Тот же, кто колеблется изо дня в день между различными предписаниями, не может называться хасидом. Вот такой был хасидизм до 18 века. Но появляется новый человек, которого как зовут? Раби Исраэль, да? Бен Элизер. Да, фамилии у нее не было, просто Исраэль Илоизович, как Гитлер Илоизович тоже был, да? Вот, Израиль Илоизович или Израиль Бен Элизер. Но он получает титул Баал Шем Тов. Я еще раз говорю, что Баал Шем Тов – это не фамилия его, это титул. Титул, да, то есть чудотворец.
Хозяин доброго имени. Это тот, кто может совершать различные чудеса. Сокращенно Бешт. Бешт. Он начал проповедовать в 30-е годы 18 века, то есть примерно с 1730 года. Умер в 1760 году. И за эти 30 лет он завоевал сотни тысяч последователей. Он говорил просто: ребята, все вот это, что вы изучаете, и даже ваша особая святая жизнь – это чепуха. Пожалуйста, пейте, курите, да? Вот, знаете, что Волшебтов курил, и даже когда приходил вот этот знаменитый гайдук, как его звали в то время, он прятался у Волшебтова, и они обменялись трубками. Был такой знаменитый гайдук. Ну, вспомним потом. Вот, короче говоря, пейте, курите, радуйтесь жизни, наслаждайтесь. Не в этом проблема, да? Ищите Господа. Ищите Господа. Наслаждайтесь все. Бог есть и в природе. Смотрите, вот лягушки славят Господа. Смотрите, это дерево. Оно тоже славит Господа. Значит, они начали собираться. У них были такие странные веселые вечеринки. Это вообще не укладывалось ни во что. Когда они упивались из-за того, что им не хватало вина. И хозяйка приходила, потом вылазила с подвала и увидела, что огни пламени у них, как на первых крестьянах. Помните, почили огни пламени? Они пели, танцевали. Развилось особое... Ну, знаете, когда человек хорошо выпит, у него же на слова не остается, только ай-яй-яй, ой-ой-ой, да? Ай-я-бабай, ой-баба-я. Ну, то есть это удивительно, да? Удивительно, если можно сравнить караимов с лютеранами, да, с протестантами, то это типичное харизматическое такое движение. Как в христианстве, так и в иудаизме. Есть различные притчи учения, они делали в основном в виде различных притч, да? О мальчике, который приходил и не знал, как молиться в синагоге, там достал дудочку, стал играть на дудочке. О человеке, который не знал никакой грамоты, но он выучил две буквы, и он их повторял все время. Ну, то есть различные притчи. Это показывает, что не нужно быть сильно умным, да, не нужно быть сильно каким-то начитанным, не нужно быть богатым, чтобы посвятить свою жизнь изучению Торы. Нужно искать живого общения с Богом. И Бог им отвечал. Я думаю, я лично верю, что ранние хасиды, они действительно имели Божье откровение. Но потом, когда они увлеклись каббалой, то, естественно, у них возникли разные проблемы. Однажды раби Исраэль Балашито подвел учеников к развесистому цветущему дереву, вид которого радовал глаз, и сказал: «Перед приходом Машиаха будет столько же фальшивых праведников, сколько листьев на этом дереве». Другой вариант этой притчи, он сказал, что будет столько хасидов в последнее время, что они размножатся, как саранча, и будут своим нетерпением мешать приходу Машиаха. Молитва, произносимая с великой радостью, несомненно, более угодна Господу благословенному, чем молитва, произносимая с грустью и плачем. Хасиды говорили, что каждый кается, надо что? Весело. Весело. Просили у Бешта, что главное в служении Господу? Ведь известно, что в древние времена люди, бывало, постились от субботы до субботы, а ты, учитель, отменил это изнурение, сказав, что всякий изнуряющий свою душу называется грешником и предстанет перед судом. Итак, скажи нам, в чем основа служения? И ответил Балашутов: я пришел в этот мир, чтобы указать иной путь. Надо, чтобы человек старался обрести три вещи: любовь к Господу, любовь к Израилю и любовь к Торе. И тогда не будет надобности в изнурении. Он сам прожил такую тяжелую жизнь. Вот. Одно время он был среди людей, которые добывали уголь, углежоги, или добывали известняк, жили в вот этих ямах. Он жил в таких тяжелых условиях в Карпатских горах. Был он и в одиночестве в горах. И были у него и заработки самого разного рода. Был он и учителем в свое время. То есть, действительно, он пережил очень много. И после таких вот странствий он поселился в местечке, которое называется Меджибош. Меджибош. И он оставил десятки тысяч своих последователей. То есть, действительно, да, действительно, учение хасидов было в то время удивительно. Это наполнение и устремленное
молитва, то есть поиски живого Бога. Преемником Бешта был его ближайший ученик Раби Дов Пер из Межричи, которого назвали Великий Магид. Умер он в 1772 году. Именно он детально разработал теоретические учения хасидизма. В основе его системы такая концепция, что кругом рассеяны божественные искры. И нужно найти эти божественные искры. Согласно исправлению мира, тикун, нужно извлечь эти искры из их земных оболочек, клипот, и возносить к первоисточнику. И цадик, благодаря единению с Богом, является посредником между миром и Богом. Вот те вещи, которые они писали о цадиках, вы знаете, когда смотришь, это просто характеристика Иешуа Мессии. Цадик – это небесная колесница. Цадик – посредник между Богом и землей. Все молитвы, да, через цадика, все только через него, да, общение. Только они под цадиками понимали своих великих деятелей, да. У них создалась целая такая династия. А мы понимаем, что это Иешуа Мессия. Другой Шнеур Залман из Ляд получил название Альтер Ребе, то есть Старый Ребе. Он умер в 1813 году. И он был родоначальником династии хасидских цадиков и раввинов Шнеерсонов. Именно он основал систему Хаббат. Что такое Хаббат? Хохма, Бина, Даат. Три степени познания божественного. Первое – мудрость. Сначала есть мудрость, да, страх Божий. Затем Бина – это через разум. И Даат – это уже познание всем сердцем своим, всем существом своим. Это правильно. Вы понимаете, очень многие вещи, которые хасидизма, я считаю правильными, и действительно мы можем пользоваться этим великим наследием. Я очень люблю ньюны, вот, и действительно это замечательно и прекрасно, но мы должны понимать, что хасидизм пошел потом в каббалу и постепенно как бы стал уже реакционным. Да, они отвергают Иешуа, ну, как, впрочем, и многие другие евреи. Ну, и, в конце концов, вы помните, до чего они дошли, что взяли своего последнего Шнеерсона, объявили Машиахом, ждали его воскресения. Некоторые до сих пор ждут. Были и противники. Противники или протившиеся, негет, означает против, да? И их называли мит-нагдим. Мит-нагдим, те, которые против. Да, ся – это мит, негет – против, да, Митнагдим. И таким вот из Митнагдим был Виленский Гаон. Виленский Гаон. Виленский Гаон, ну, помните, кто такие гаоны, это еврейские мудрецы, да, вот, и он выступал против хасидов. Он отлучал их, ну, как сказать, не от церкви, отлучал их от иудаизма, запрещали их хоронить на еврейских кладбищах, запрещали жениться между собой, ортодоксом и хасидом. Вот. Но позднее, как мы видим, что война и последующий холосос сравнял их и тех, и других, правда? И хасидов, вы знаете, в последнее время, действительно, перед Холокостом стало очень много. Но я вам скажу, к тому времени уже хасидах дух лже-мессии, да? Анти-мессии, антихриста. Поэтому, с одной стороны, хасиды любили Бога, с другой стороны, они создали целую систему. Больше 50% европейских евреев были хасиды. И где-то 80-90% хасидов именно было уничтожено. Да? Потому что на Западе больше евреев были реформированы, ортодоксы или консервативный иудаизм. Вот. То есть, ну чему мы еще можем научиться у хасидов? Вот если караимы отделили себя, да, ну они этнические были, в общем-то, отличные от евреев, и они получили некоторые временные льготы тем, что отделились от евреев, да, несмотря что евреи гнали хасидов ортодоксальных, хасиды говорили, мы евреи, 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 пока их не стало больше, чем ортодоксальных евреев, но потом, когда их уже стало больше, то, естественно, ортодоксальные евреи либо должны были остаться в меньшинстве, да, либо их принять должны были к себе. То есть мы, мессианские евреи, будем расти, и если мы будем говорить о себе, что мы христиане, то мы христиане, да, но мы не будем
себя больше связывать с христианами, чем с евреями. Мы евреи. Мы действительно подлинные евреи, потому что именно тот еврей-иудей, который верит в Иешуа. И когда таких евреев станет много, да, вот, я уверен, что-то изменится. Рабби Нахман из Браслава. Рабби Нахман из Браслава стал основателем особого движения. Видите, хасидов очень много. Есть самборские хасиды, еще другие разные разновидности хасидов. Одни хасиды носят галстук, другие не носят галстук. Раньше это Геринг, селедка, пятидесятники тоже начали. Не носили галстуки, сейчас все носят галстуки, да? То есть разные течения, они по-разному одеваются, они по-разному, у них культурные течения. И вот одно из течений, Рабби Нахман из Браслава, основал еще своего рода, да, Хабад Любавичи. Да, есть хасиды, есть разные хасиды, есть хабад, хабады тоже есть разные, да. И Рабби Нахман из Браслава, родился он в 1772 году в городе Меджибош на Украине. Отец его был Рабби Симха, сыну Рабби Нахмана из Граденки, одного из хасидов. А со стороны матери он был правнуком Баальшемтова. И Рабби Нахман создал новое течение, да, Хабад Любавичи. Хабад Любавичи. То есть есть разные течения. Рабби Нахман, например, говорил: «Гевальд, никогда не лишайтесь надежды. Отчаяния нет. Великая митсва, гидбодидут». Что это значит? Гидбодидут. Быть всегда в радости. Гидбодидут. Гидбодидут – это очень высокий уровень, пожалуй, самый высокий. То есть, ну, это гидбодидут, можно сказать, как духовное совершенство, духовная гармония или там хасидский цихун. Или как-то? Как фейшун? Как называется гармония? А, фэншуй, да. Значит, хасидский фэншуй, если можно так перевести, по нашим пониманиям. Знаменитое его изречение: весь мир – это что? Очень узкий мост. Но главное – ничего не бояться. Даже когда вы оказываетесь в наихудшем положении, оно может обернуться к вашей полной выгоде. За четверть часа удовольствия человек может расплатиться своим местом в этом мире и в мире грядущем. Когда его спросили, какова в самом деле роль выбора в жизни человека, Рабби ответил: очень просто. Хотите – делайте, не хотите – не делайте. Слишком многие становятся рабами своих привычек. Но если действительно захотеть, от них можно легко избавиться. Другая группа евреев, которая получила название Маскелим, Маскелим, занималась Хаскалой. Хаскала означает образование, да? Хаскала – образование, а образованные люди называются Маскелим. Это те люди, которые поверили в образование, в прогресс, науку и гуманизм. Прогресс, науку и гуманизм. И это движение возникло уже в конце 18-го, начале 19 века. Среди евреев Центральной Европы были ярые сторонники эмансипации и противники эмансипации. Рави Маше Сафер, один из идеологов того времени, писал в своем духовном завещании: «Не позволяйте сердцу обольщаться ничем другим, не селитесь рядом с ними, не общайтесь с ними совершенно, остерегайтесь менять имена, язык, еврейскую одежду и молитвы и рисовал синагог, какие бы они ни были, какими они станутся. И упаси вас Бог менять их синагог, постройку или порядок молитв». Но Маскелим решили все изменить. Моше Мендельсон. Моше Мендельсон был некрасивым человеком. Да. И был такой сказочник Гофман, который написал сказку «Крошка Цахис» по прозванию Ценнебер. Читали, кстати? Маленькая старушка нашла одного уродца. Страшного, горбатого, плюгавенького. И она взяла этого уродца, завернула в передник и принесла к себе домой. И вот когда он вырос, он начал всех обольщать своими речами. То есть для всех он казался Ценнебер.
действительности он был цахис. Я не знаю, что это означает на идише. Ну, наверное, что-то нехорошее, да? Да. И вот, когда он открывал рот, все, будучи обольщенными, видели в нем прекрасного, замечательного, красивого. Ну, действительно, если это был гадкий уродец, который пользовался вот этим своим влиянием. Вот так воспринимали очевидцы Моше Мендельсона. Моше Мендельсон был низкорослым горбуном и заикался к тому же. Но в этой несовершенной оболочке обитал великий дух и блестящий ум. Родился он в немецком городе Дессау и учился у местного раввина. В 14 лет переехал в Берлин. И подросток при этом уплатил особый налог, занимавшийся с евреями, которые хотели устроиться в этом городе. И Мендельсон, хотя получил ортодоксальное еврейское образование, он понял, что надо жить по-другому, да? И он уже получает светское образование в Берлине. Мендельсон изучил философские сочинения, латынь, углубленно литературный немецкий и пытался, стремился говорить на нем красиво и свободно. Зарабатывал на жизнь, служа наставником и учителей детей богатого владельца шелкопредельной фабрики. Потом стал бухгалтером своего работодателя, а потом коммерческим директором этой фирмы. То есть сумел неплохо устроиться. Он был первым немецким евреем, чье творчество и духовные запросы не ограничивались рамками гетто. И образованные берлинцы проявляли большой интерес к этому необычайному человеку. Он познакомился там с Лессингом, одним из тоже таких просветителей, гуманистов. И они играли в шахматы. И они так понравились друг другу, что стали близкими друзьями. Лессинг обсуждал с Мендельсоном идеи терпимости и свободомыслия. Также Лессинг читал и восхищался трудами Спинозы. И вот под влиянием этих вот личностей, Лессинга и Спинозы, Мендельсон пишет пьесу, посвященную евреям. Его герой Натан – добросердечный, умный, терпимый еврей, верящий в одинаковые права всех людей. Пьеса называлась бы «Натан мудрый» и имела большой успех. Мендельсон встречался со многими писателями и учеными тех дней. Даже у него была встреча с прусским королем Фридрихом Великим, который интересовался философией и гуманизмом. Но предметом забот Мендельсона была еврейская община. Вот он решил, что евреям нужно выходить из гетто, нужно набираться учености и нужно что-то делать с иудаизмом. Так как он был рационалистом, то в Бога он не верил, но для того, чтобы евреи каким-то образом оставались евреями, значит, во что-то им нужно верить, да? И поэтому он разработал некоторые идеи иудаизма, которые вошли в раввинистический иудаизм. Мендельсон взял на себя задачу перевода пятикнижия на немецкий язык. И первоначально этот перевод был напечатан еврейским шрифтом, чтобы каждый еврей мог читать его. Потом он добавил еще комментарий. Новый перевод не остался незамеченным. Евреи знали, читали Библию в оригинале на иврите, но теперь они начали читать ее, многие евреи уже к тому времени забыли иврит, да, на том языке, который они говорили. Следующий – Генрих Гейне. Генрих Гейне – это поэт известный, да, его считают немецким поэтом, но вообще-то он был еврей. Ну, естественно, ему приходилось там крестниться. Вот, Генрих, он был и немецким, и еврейским деятелем, да. Он интересовался судьбой маранов и еврейской историей, в частности, золотым веком испанского еврейства, написал много стихотворений. Одно из стихотворений «Принцесса Шаббат» описывает жизнь еврея и преданную субботе. И он скорее был просветителем, чем таким вот теологом. Но были и люди, которые пытавшиеся перевести иудаизм на научную основу. Группа немецких евреев, выпускников университета, полагала, что лучшим способом сохранить иудаизм является глубокое знакомство как евреев, так и других народов с его историей и ценностями. С этой целью они стремились применить современные научные методы к изучению еврейского наследия. Эту группу возглавил Леопольд Цунц. Леопольд Цунц с 1794 года родился.
умер в 1886 году. И называла она себя «Обществом научного изучения еврейской культуры», сокращенно «Наука об иудаизме». Следующий человек – это единомышленник и сподвижник Цунца Генрик Грец с 1817 по 1891 год. Человек, одаренный большими талантами и воображением. Грец был профессор Равенской семинарии в Бреславе. Он посвятил 17 лет жизни созданию документированной истории евреев. Это был первый труд такого рода. И вот на этом основании, на основании Маскилим, возникает реформированный иудаизм. Реформированный иудаизм. В 1890 году в Гамбурге было учреждено Общество культуры и науки евреев. В манифесте говорилось, для того, чтобы возродить истинный смысл религии наших предков, ниже подписавшиеся объединились, чтобы учредить в этом городе достойный молитвенный ритуал во время молитвы. По субботам и праздникам будет произноситься проповедь на немецком языке. Прозвучат гимны, которые исполняет хор в сопровождении органа. То есть их служение очень похоже на какое? На лютеранское, да? На лютеранское служение. И это был первый реформаторский иудаизм. Собрались известные в нашей общине люди, писал свидетель того времени, построили для себя молитвенный дом и назвали его «Темпл». С тех пор, да, евреи реформированные, если вы услышите, они не называют себя синагогой, а что? «Темпл», то есть храм. Хорошо.